Вот сейчас да. Расскажите, куда вы собрались? Обо мне... Мы собрались кайфовать, ты нас не везёшь, да? не отвозишь, малиста. И поэтому у нас депрессия. А, маме, да, депрессия. И поэтому... Все. Вы вчера нагулялись, хватит вам. До 3 часов. Да, не до 3, без 15:04 вы зашли домой. Да, я все знаю. Мы еще ехали по дороге. Юрик бедненький с трудом Ира его растолкала. Ага. И такого Юрика я в жизни не видела. Это странно. И главное, Ира, мы говорим так, не отъезжать, потому что если ключи внутри, поедем обратно к вам. Да, ага. Юрик спросонья, я говорю, Юрик, раз ты встал, нас отвезешь. Но пока мы не войдем в дом, вы не отъедете, потому что, может, Хрисуга оставила ключи в дверях, а она крепко спит, и тогда ты нас назад заберешь. Он говорит, а зачем тогда ехать?